Всем привет, кто смотрит, будет смотреть. На берегу Атлантического океана во Франции, город Шалан, выставка антикварного оружия. Сейчас пойдем посмотрим, что там творится. Здесь стол медики, немцы. Основное, ну, вот, решил посмотреть. Форма. Ничего такого здесь нет. Вот здесь он амуниции торгует. Наборчик 41-го за 200 евро. Тарелочки там у него были по фашистам. Сейчас покажу. Простенькие. Ничего такого. 42-й, там 40-й. Карл Густав. 96-й портупея. 90 евро. Это я не знаю, что. Сербы, хорваты, какое-то что-то такое похожее. Выставка Шалан, давно сюда езжу. Что здесь? Так вот, выбор больше всего. Сейчас попробую снять несколько вещей. Вон они везде. Несколько вещей, которые наиболее здесь интересные были. И наиболее интересные, которые я здесь видел. Сейчас. Ну, по огнестрелу здесь был, есть, вернее, хотели взять, но она не проходит, а она, ну вот, интересная мечесть, 3500. Вот все начало 19 века. 800, это сапер, 1300, это я не помню какой, но тоже старенький, охренительный, все французы, 1500, 2300, тоже редкие. Много интересных, хороших вещей. Ну вот оно какое-то интересное. Рыжий, спроси, что это. Вот. А. Спроси, что это такое. Вот это вот модель. Transition, essai, comment dire, to try to fire by Butch. Not by bridge. Да, казнозарядное, а для чего оно служил? Что, что вот это вот, что за шум? It's a very interesting model. There is one, there is the same, but a model, a French model, in museum of Saint-Étienne. Understand? You understand? Yes. What and is? This is a bayonet. Yes, it's a bayonet, and you put. Shampoo. Shampoo. Yes, because. Yeah. Understand. You understand? Yeah. It's very rare. Very rare. Yeah. What price is? No price. I buy it. Yeah. This morning. Yeah. For me. Yes. Because I am collecting system. Yeah. Original system. Yeah. Yes. It's yes. Colette. Yeah. Colette.
Colette. It's Colette. Model Colette, да? Colette. Yeah. With the bullet is autopropulsive. The bullet has the black powder. Black powder. Uh-huh. And there is not cartridge. No cartridge. No, only bullet. Bullet. Yes. В пуле черный порох помещался. Yes. Uh-huh. And they are in the. Am I looking? Yes. Yes. Что? The bullet on the top. Yeah. Yes. And when you voilà the bullet fall. Oui. And after you can fire. Huh? It's no open this. No, it's inside. Ah. Inside the batch. It's bullet is this. This bullet are here. Ah. Okay. And it fall down. Understand. It fall down. Understand. And after you could shoot. Automatic. Automatic. Yes. With gravity. Yeah. You could you want to take it in a picture? Sure, got it. You want to photograph? It's video. Video. Ah, okay. Thank you. Thanks. Very good. Thank you. А вон, давай еще посмотрим. Смотри, какие. С вилками или с чем-то? Что? Вилки или что это? Ну да, это набор. Значит, конец 18-го. То есть разделать. Сейчас посмотрим, да. Глянем этот. Давай сперва тогда ножик возьмем. Нету его. Мне просто интересно, подделка он или нет. А, зажигалки? Для испытания пороха или нет, эти? Зажигалки. В. Свечку там, наверное, что-нибудь зажечь. Uh-huh. То есть там труд. Uh-huh. Попадало. Крестовый замочек. It's looking. Yeah. Открой ты, Серега, покажи. А. 2008. Ну-ка еще раз. 2000. А. Я. Ты чуть на столе. Я. Il n'y a pas le prix, mais monsieur, il s'est absenté deux secondes, il va revenir. Ну, что-то у меня совсем. Вилка, мусат. Угу. Ножичек поправлять, да. Кожа, по-моему, старая, но клин не нравится мне. Угу. Старенький. Новенький, видать. Видишь, он обмазан как кислотой с этой стороны. Видишь, пятна такие. Как будто специально терли его. Угу. Пускай сама засунет до конца. Угу. Thank you. Thanks. Так. Серег, пойдем мне еще с этот палаш русский покажем, посмотрим. И все.
Клиша не отвечает нам. Но у меня сомнения, из-за этого я его не это не беру. Вот лежит русский палаш наш. Да. Какой, Серег? Не трогай ты его. Открой его так не полностью. Что написано? Златоуст, февраль 1839 года. Этот клин сам покажешь. А что тут вон? GT какие-то. Ну, что-то есть. У меня фотки есть, я их потом добавлю в видео, покажу, чтобы четко видно было. 1000 хотят, но у меня сомнения. Вот гарда, без сомнений, а вот сам клин, вот потому что вон чекухи на чекон есть наши. Ну, вставлю их. Есть, а так хрен его знает. Не нравится он мне. Какие вот эти? По старым, да? Хорошо снято, да. Музейный какой-нибудь у нас. Ну, съемки. И тут и современный, ближе, да? И всякие. Может, это аукционный какой-нибудь? Нет, больше похоже, что ли музей или коллекция. Угу. Ну, система Лефорше тоже интересна. Интересно. $650 он за него хочет. Да, еще. Тут месье, а мы фото? Вы поле, да вы. Вот штык интересный. Видишь, какой-то. Из какому-нибудь этому егерскому. Тоже. А вон интересные пистолетики. Вообще стол интересный, вот тоже какой-то там. На всех проходах. Да, да. Стиль этого. А там не он. Иди покажу с этим. Вот. Мне понравился. 480 евро. Лефорше, вот. Со штыком. Эти Адамсы дорогие, 2500, там 1600. А так? Он ira chercher de la Pascale. Je vais Ну ничего, пошли за макаронами. Кстати, тут вон наши были ордена. После обеда все расходятся. Так что... Вот. Так. Ничего такого. Сейчас до машины дойду.